Джерри Брукхаймер, продюсер «Армагеддона» и «Пёрл-Харбора», представляет. Ты не знаешь, что это, не так ли? Это золото ацтеков. Языческие боги наложили на это золото ужасное проклятие. 10 лет мы искали его и нашли все, кроме последней монеты. Привет, милые. Они забрали Элизабет. Добро пожаловать на борт Черной Жемчужины. Ее нужно спасать. И с чего нам начать? С Джека Спэрроу. Он знает Черную Жемчужину. Договоритесь с ним, и он покажет путь. Ты забыл свое место. Ты кузнец. Если ты освободишь меня, я отвезу тебя на Черную Жемчужину к твоей милке. Ты пират. Ты должен кое-что знать. Это не обычные пираты, не просто жестокие и безжалостные пираты. Этих невозможно убить. Скажи прощай. Прощай. Лунный свет показывает, какие мы на самом деле. Как интересно. Мы прокляты. Я больше не верю в истории о призраках. Тогда начинайте верить, мисс Тернер. Вы часть одной из них. Господа, вы помните капитана Джека Спэрроу? Убейте его. Я покажу тебе настоящую боль. Любишь боль? Надень корсет. Джонни Депп. Джеффри Раш, Орландо Блум, в фильме «Гора Вербински». Вот они. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины».